как купить билет в метро. Захожу на станцию. Они все примерно стандартные выглядят, так маленькие. И там стоит обычно 2-3 автомата для покупки билета. Вот эти, которые побольше, они работают с наличными и кредитными карточками. А там в уголке маленький примостился, он только с кредитками работает. Вот в этой будочке всегда сидит сотрудник, который поможет, если какие-то проблемы. Вот это турникеты такие. Там виднеются красные такие надписи. Если прибывает поезд, то загорается, в какую сторону он идет, и раздается такой громкий сигнал. В русскоязычном Бруклине, в Южном, вот, можно все это сделать на русском языке. Вот, выбираете язык, что мне нужно. У меня карточка есть, мне нужно пополнить ее. У меня там долларов 10 осталось, я хочу 40 добавить. Значит, пополнить карточку, надо ее вставить. Если новую получаете, ну, получите новую с этими же деньгами, только еще доллар возьмут за карточку. Вот сумма, которую нужно набираем. Можно по деньгам, можно по времени, кстати, выбирать. Так, кредитная карточка у меня. Вставляем ее там в другое отверстие и набираем зип-код. Зип-код — это почтовый индекс. Так вот, можно денег добавить, и тогда у меня деньги будут сниматься за каждую поездку 2 доллара 75 центов. Или можно по времени. Можно купить проездной на неделю и кататься сколько нужно, или на месяц. Там цена где-то 30 чем-то и больше 100. Сейчас точных цифр не помню. Сейчас уже езжу не так часто, поэтому мне проще по деньгам. А кто ездит регулярно, те берут по времени. Вот. Ну, не всегда сразу все срабатывает. Ну, если чего, так повторить тоже не трудно. В принципе, процедура простая, но когда вот первый раз заходишь, сзади люди в очереди стоят, можно растеряться, потеряться. Поэтому, если кому-то интересно, посмотрите. Может, это чего-то поможет. Так, ну, чек для проверки кредитной карточки не мешает. Вот 40 долларов из меня взяли. И есть такие вот автоматики стоят, на них можно проверить остаток на своей кредитной карточке. Вот проводите так. Оно обычно сразу не срабатывает. Написано, еще раз проведите. Позовите агента, это того, кто в будочке сидит. Проводишь еще раз. И вот она показывает, у меня там 50 долларов. Все, спасибо за внимание. До свидания.